Здравствуйте, дорогие родители! У нас есть такой замечательный лайфхак на сейчасную осеннюю дождливую погоду. Сейчас вам покажем, что же у нас тут такое. Та-дам! У нас есть вот такие классные дождевики для ваших колясочек. Сейчас покажем, как одевать. Одеваются они очень легко. Вот таким вот образом одеваете сверху. Продеваете, где ручка, полностью защищает коляску, имеются защитные липучечки. Вот так вот лепите все. Со всех сторон закрывается. Здесь вентиляционные окошечки есть. Ребенок спокойно будет дышать, проходить воздух. Также есть ленточки, можете с помощью их еще зафиксировать, где колеса. И также, внимание, имеется замочек, чтобы вот таким вот образом расстегиваете. Достаете ребенка, садите ребенка и обратные. Они подходят абсолютно на любые колясочки. Сейчас мы мерили на прогулочную. Пройдемте дальше, я вам покажу на других моделечках. Моделек у нас очень-очень-очень много. Они подойдут абсолютно на любую модельку колясочки. Сейчас пойдем на более большие колясочки, которые рассчитаны для новорожденных деток, вот такие вот с люлечками. Сейчас оденем на нее. Внимание, колясочка с люлечкой. Вот таким вот образом одеваем это все дело. Расправляем. Также, если приудобно это, можете перекинуть люлечку, можете зафиксировать вот таким вот образом. Также здесь есть ленточки, также все полностью очень удобно расстегивается вот таким вот образом. Застегивается. Можете также снизу зафиксировать. Вот такая вот классная вещь. И стоит она 750 сомов. Приходите, будем рады вам.